Российскую власть в ООН назвали режимом. КНДР развивает ядерную программу и угрожает соседям. Иран дестабилизирует Ближний Восток, а Россия – Восток Украины, заявила Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН. Никки Хейли поставила в один ряд нынешнюю российскую власть с режимами в Северной Корее и Сирии. Об этом сообщают РИА Новости. Суверенные права нации являются фундаментальными. Но когда мы не соблюдаем принцип суверенитета, позволяя режимам Кима, Асада и Путина действовать безнаказанно, все обстоит с точностью да наоборот, заявила постпред. По ее словам, Северная Корея продолжает развивать ядерную программу и угрожать соседям, Иран дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке, а Россия – на востоке Украины. В своем выступлении она также отметила, что некоторые страны часто ссылаются на суверенитет, чтобы оправдать свое поведение. В свою очередь постпред России в ООН Василий Небензя попросил Никки Хейли соблюдать дипломатические приличия и не называть российские власти режимом. «Хочу напомнить постпреду Хейли, в России не режим, а законно избранный президент и назначенное правительство. Я бы попросил в будущем американскую делегацию соблюдать хотя бы элементарные дипломатические приличия. Кстати, в Сирии тоже законное правительство, нравится это кому-то или нет», — сказал Небензя. Ранее Никки Хейли заявила, что Россия должна быть привлечена к ответственности за вмешательство в дела Соединенных Штатов. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и HTTPS/Correspondent.net. По материалам сайта newsgra.com.